Когда будешь бежать, да, в этом направлении, бей вот сюда, вот сюда, и вот сюда, потом сюда, по низу, и сюда. Добавляй. Ребята, куда вы, Грузия? Наталья. Вот. И как зовут? Наташа. И Наталья. Готовы к старту. Сейчас будем лететь на парапланчике с 3000 метров в горы Кудеби. Для этого мы немножко разбежимся. И после этого, как разбежимся, мы, наверное, взлетим. Дай бог. Боже мой. А, нету его? Да, сейчас, Дим, секунду. Я вот почти, видишь, да? Класс. Леша, Сала, будешь? Привози. Давай. Так, пошли. Беги. Спасибо. Коленки левую, вверх. Вот так? Да. 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 Все нормально. Вообще офигенно. Класс. О боже. Сидим как птички. Это что? Это же невероятно. Ну, ребята, сзади летят. Да, да. Там, ребята. Класс. А, слушай, это вообще. Вот это крутяк. Ребята, догнали нас? Это наши пассажиры сегодня. Боже мой. Боже мой, вы так всегда летаете? Да, типа того. Офигеть. Когда люди крутятся. Так тема вообще. Ничего, это тебе ничего. Она это просто вообще офигеть. Это мой друг инструктор Анатолий. Да, привет, ребята. Вот крутой. Летим как птички. Летим как птички. Боже, какой красивый Кавказ. Управляет, и понял, да? Управляет! Вот это да! Держи другой. Так, самое главное, сильно пережимаем. Сейчас левую немножко добавим. Все достаточно. Отлично, да? Так. Отлично, идем. Это Кавказ, офигеть!
спустила на Кавказ. И правильно сделала. И правильно сделала, да. Она знала, что могло произойти. Ой, класс! Крутяк вообще. Слушай, это же круче лыж. Да, ты не знала? Нет, ну, ты теперь знаешь, ребят, горнолыжный курорт Кудаури. Да. К черту лыжи. К черту лыжи летаю на парапланах. Короче, только парапланы, да. А та трасса парапланов. Вон, синенькая. Видно, шурует тоже. По соседней трассе идут ребятки. Вот именно конкретно, знаешь, там шурует дождь. Вылазно прям ни одного окна. Приближаемся к месту приземления, на место приземления 40. Так что через 40 секунд я тебя спущу на кочечку. А, черт, мне надо быть готовой к этому. Да, наверное. Ребята, высота у нас, короче, конкретная. Примерно 2900. Высоту мы не сбрасываем. Сейчас точно скажу, сегодня я с прибором лечу даже. Высота 2600 над уровнем моря. Я бы сказал, что больше, что-то мне придумал. Стесняюсь спросить, а как приземляться? Приземляться не волнуйся, это мое. Я тебе просто скажу, ножку так вверх сделай, и все. Встань на ножку, встала на ножку. Окей. Держи камеру. Давай. Так, что скажешь? Да чуть-чуть. Чуть-чуть. Мы решили чуть-чуть покрутиться, ребят. То есть, большой элемент высшего пилотажа. Что может быть лучше, чем он, да? Давай. Только чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Ты же знаешь. Я тебя уже знаю, да. Я знаю тебя уже. Камеру пониже чуть-чуть. Да, камеру пониже немножко надо сделать. Да, вот так. Держишь? Да. Отлично, отлично. Вот так. Вот так. Ну, немножко. Такой фух! О боже! Нет.